Приветствую вас на канале «Час ремонта». Сегодня я расскажу об устройстве, которое поможет сделать любые работы быстро и без дополнительных вложений. Реноватор по достоинству оценили многие, кто делает ремонт самостоятельно. Он многофункционален, на корпус можно крепить разные насадки. Реноватор способен заменить более 10 традиционных инструментов, при этом сохранив эффективность и качество обработки материалов. Исследовав рынок, я выбрал 7 моделей, которые наилучшим образом показали себя в эксплуатации, что подтвердили многочисленные отзывы владельцев. В топ вошли изделия марок Black & Decker, DeWalt, Bord, Makita, Diold, Bosch, Elitek. Цены на товары можно увидеть, перейдя по ссылкам, которые находятся сразу под видео. Делайте подписку на канал «Час ремонта», не пропускайте выход новых обзоров, включайте уведомления, нажав на колокольчик. После просмотра видео пишите комментарии, какие еще модели реноваторов имеют достойные характеристики, и, конечно, ставьте лайки. А я начинаю. С многофункциональным инструментом Black & Decker MT300KA можно проводить качественные работы по дереву, металлу, пластику, совершая при этом разнообразные действия. Производитель снабдил набор большим количеством насадок и расходников. Все комплектующие упакованы в прочный кейс. Для использования оснастки других производителей предусмотрен переходник. В набор включено 6 листов шлиф-бумаги, гибкие и жесткие скребки, шлифовальная подошва, погружное полотно для высокоточной резки и сегментное пильное полотно для резки заподлицо. Ударопрочный корпус выполнен из качественного пластика и покрыт резиновыми накладками для надежного хвата. Благодаря небольшому весу при длительной работе не ощущается усталости. Возможность регулировки оборотов позволяет выбрать режим под конкретные условия. Установка насадок происходит быстро и легко из-за уникальной системы SuperLock, которая не предусматривает использование ключа. Шлифовальная подошва снабжена системой пылеудаления, что гарантирует чистоту рабочего пространства. Для проведения длительной операции есть кнопка блокировки пуска. Владельцы ставят 5 звезд за высокое качество сборки и упрощенную систему крепления насадок. Также был отмечен длинный 3-метровый кабель, который не мешает при работе в труднодоступных местах. Выбор многих пользователей – реноватор DeWalt DCS-356N. Беспроводное устройство обеспечит комфортную работу в труднодоступных зонах и пригодится в местах, где нет электричества. Высокоресурсный бесщеточный двигатель Brushless отличается высокой производительностью при экономичном расходе энергии аккумулятора. Батарея в комплектацию не входит, и это несомненный плюс для тех, кто пользуется единой зарядкой для нескольких приборов. 3 скорости помогают точно настроить режим для обработки разных по характеристикам материалов. Быстрая бесключевая смена насадок, основанная на технологии Quick Change, минимизирует время на подготовку к операциям. Для работы с оснасткой других производителей в комплект входит универсальный адаптер. Также в него включены пилка по дереву, насадка для быстрой резки древесины, подошва для шлифования, 25 штук шлиф-листов. Разработчики создали максимально удобную модель для проведения продолжительных работ. Сбалансированный по массе анатомический корпус покрыт резиновым слоем. Яркая подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности. В отзывах отмечается компактность и легкость корпуса, удобный хват, высокое качество сборки, работа на фирменной аккумуляторной платформе XR Lithion 18V, которая признана одной из самых надежных. Далее я расскажу об универсальном инструменте Bord BMW200P, который сделает работу за шлиф-машину, стамеску, резак и за другие приспособления. Несмотря на сверхкомпактный корпус, производительность не страдает. Его обхват составляет всего 185 мм, тогда как у аналогов этот показатель начинается от 200. С реноватором не будет чувствоваться усталость и напряжение после проведения многочасовых работ. Рукоятка покрыта специальным слоем, поэтому не будет выскальзывать из голых рук и перчаток. Сетевой шнур усилен в месте крепления к корпусу, обладает устойчивостью к перегибам, разрывам и перетиранию.
Оснастка устанавливается без использования дополнительных инструментов. Шлиф бумага крепится на липучку. Алюминиевый корпус редуктора защищает внутренние узлы от повреждений и не подвергается коррозии. Вентиляционные отверстия отводят тепло и защищают от перегрева. В комплектации есть погружное пильное полотно, жесткий шабер, шлифовальная подошва, два листа бумаги, ключ-шестигранник. Инструмент подходит для установки любых насадок, предназначенных для аналогичных мультитулов. А модели Bord BMW 200P отзываются как о качественном инструменте по приемлемой цене. Makita TM3000C – качественный и надежный реноватор для бытовых и профессиональных работ. Он совместим со всеми насадками OIS разных производителей, благодаря чему он режет, зачищает, шлифует, полирует и проводит еще множество операций, которые делали бы десяток других неуниверсальных приборов. Преимущество модели заключается в возможности установки оснастки в 12 положениях с шагом 30 градусов. Опция «Пуск-стоп» регулируется двухпозиционным переключателем, который не надо постоянно удерживать при активации работы. Для этого предусмотрен фиксатор клавиши. Предварительный выбор скорости позволяет без дефектов выполнять работы с разными материалами. Специальный держатель на кабеле предназначен для хранения шестигранного ключа. Для быстрой смены оснастки он будет всегда под рукой, и риск его утери снизится к нулю. Единственным минусом посчитали отсутствие в комплекте насадок, но это не повлияло на положительные отзывы об инструменте. Многие советуют Makita TM3000C для ремонтных и строительных работ, проводимых дома или на коммерческих объектах. Особое внимание уделили 5-метровому кабелю, с которым работать даже в удаленных от розеток местах можно без использования удлинителя. Diold MEV-034MF – это компактный и функциональный инструмент для выполнения широкого спектра задач. Он применяется для шлифования поверхностей, резки, очистки, распиловки, вырезки пазов. Благодаря возможности выбора угла установки оснастки до 180 градусов, мультитул удобен для работ в местах с затрудненным доступом. Эргономичный корпус снабжен резиновыми вставками для надежного хвата без выскальзывания во время операций. Обмоточный провод выполнен из меди, что значительно увеличивает КПД двигателя, устойчивость к нагрузкам и долговечность. Для длительных работ предусмотрен фиксатор выключателя. Благодаря универсальному креплению в инструменте можно использовать оснастку разных марок. Дополнительная рукоятка устанавливается в двух положениях. В комплекте идут патрубки для подключения пылесоса. Также в набор включены несколько насадок. Во вместительном кейсе можно хранить не только мультитул, но и оснастку. Владельцы, которые пользовались реноватором Diold MEV-034MF, продолжительное время отмечают его удобство и неплохое качество сборки. Bosch Advanced Multi 18 – это еще одна беспроводная модель, которая занимает заслуженное место в рейтинге 2021 года. Она отличается мощным двигателем и электронным предварительным выбором частоты вращения, что позволяет делать работу, исходя из определенных задач и материалов. Электронная система стабилизации Bosch Constant Electronic автоматически регулирует мощность, адаптируя ее к нагрузкам с сохранением скорости, что дает отличные результаты без риска перегрузки. Световая полоса 180 градусов обеспечивает равномерное освещение и помогает при операциях в углах и местах с плохой видимостью. Для работы используется универсальный аккумулятор системы Power for All, подходящий также для электроинструментов других компаний-партнеров. Антивибрационная рукоятка обеспечивает оптимальное ведение инструмента и позволяет оказывать дополнительное давление на обрабатываемую поверхность. Благодаря системе Bosch AutoClick возможна быстрая и простая замена принадлежностей всего за 3 секунды. С опцией Electronic Speed Preselection можно точно выставлять предельную скорость для разных действий. В инструменте предусмотрен ограничитель глубины резания. Модель поставляется в нескольких комплектациях, без аккумуляторного блока или вместе с ним, с кейсом или без него. Поэтому каждый может выбрать нужный для себя набор.
Удобный и эффективный реноватор Elitec Mi500EK отличается небольшими размерами и весом, поэтому работать им комфортно даже продолжительное время. Узкий обрезиненный корпус дает надежный хват и исключает выскальзывание. Частота колебаний регулируется от 8000 до 16000 оборотов в минуту. Смена насадок выполняется за несколько секунд без использования специальных инструментов. В модели предусмотрена система пылеотведения. Виброгасящая ручка позволит контролировать процесс и совершать операции более качественно. Трехметровый гибкий кабель не помешает во время работ. Для подключения к пылесосу дополнительной оснастки докупать не придется, она уже идет в комплекте. Благодаря системе охлаждения корпус при долгой работе не нагревается. Набор упаковывается в прочный пластиковый кейс. При производстве мультитула использовались качественные материалы. Это видно сразу при первом осмотре. Пластик крепкий, сборка тоже надежная, все сделано на совесть. Владельцы рекомендуют Elitec Mi500EK и отзываются о нем как о мощном инструменте с высокой производительностью, который одинаково хорошо выполняет любые операции с разными материалами. Многим понравилась простая и быстрая смена оснастки, удобная нескользящая рукоятка, длинный электрошнур. Видеообзор лучших реноваторов по версии эксперта, то есть меня, подошел к концу. Надеюсь, вы узнали все интересующие вас характеристики устройств. А если нужна более подробная информация, то просто переходите по ссылкам, находящимся под роликом. Там же вы найдете цены на представленный сегодня товар. Подпишитесь на канал «Час ремонта», и вы увидите, как все работы по дому будут проходить быстро и гладко. Чтобы своевременно посмотреть новый рейтинг, жмите на колокольчик. Жду пожеланий в комментариях, какие темы вы хотели, чтобы я осветил в следующих выходах. На этом я прощаюсь и напоминаю про лайки.